Здравствуйте и добро пожаловать в киноварь. У нас сегодня «Звездный путь», «Граф Дракула» и «Секс по дружбе». Короче, романтика в полный рост. Джей Джей Абрахамс согласился снимать «Звездный путь 2». Режиссер только что вернулся из отпуска, который брал по завершении работ на «Супер-8» и уже начал встречи со сценаристами «Стартрека». Съемки сиквела предположительно стартуют в январе 2012 года. Фанаты в сладостном ожидании. Придется потерпеть, ребята, не все так сразу. И все-таки не существует секса без обязательств. Почему-то именно эта мысль приходит в голову после просмотра романтической комедии «Секс по дружбе». Но не будем вдаваться в эту весьма скользкую тему, ведь главное – фильм, который без прикрас получился довольно неплохим. Доченьку мою, значит, пялишь? Нет, что? Пялишь? Да расслабься, предохраняйтесь только. Главная героиня – сотрудник кадрового агентства, которую преследуют фобии в отношении с обязательствами. Однако эти проблемы оказываются надуманными после того, как она встречает редактора глянцевого журнала. Он, в свою очередь, устал от женщин, которые мечтают вступить с ним в связь. Таким образом, созданы все условия для бурного романа и столкновения характеров и желаний. Тебе нужен какой-нибудь материнский совет? Лучше не надо. Слава богу, мне все равно нечего сказать. Говорите, давно не было у нас кровавого графа? Извольте. Британский фильм «Дракула» 1972 с культовым тандемом Кристофер Ли и Питер Кашин. Действие происходит в 20 веке в 1972 году. Ища приключений на свою голову, Джессика Ван Хельсинг с друзьями соглашается принять участие в сатанинском ритуале, который выполняет молодой пижон Джонни Алукард. Оказывается, Джонни пытается из праха поднять графа Дракулу. Когда во время ритуала что-то начинает идти не так, становится понятно, дальше будет все плохо. Хипующая и бунтарствующая молодежь, противостояние Кристофера Ли и Питера Кашинга. Как обычно, Дракула жесток и непобедим, но как только действие пахнет финалом, вся его сила куда-то улетучивается. Видимо, многие столетия жизни среди смертных не научили его уму-разуму. Интересно, появись Дракула сегодня, как бы ему пошла кровушка современных людей, пропитанных ядовитой атмосферой города? А мы, заметьте, живем, и ничего, так себя чувствуем. Да пребудет с нами сила.